Но они уедут сейчас, мой хороший. Ты уверена? Конечно. Ну, мне кажется, они специально приехали сюда. Ну что? А, ты уже снимаешь? Никто не догадался. На следующий тест-драйв. Сегодняшний день посвящается Lamborghini. И могу сказать, что это как вот тысяч таких. Сколько тысяч там таких? Ну, тысяч, но много. Сколько там? 500-600. Вот таких вот. Как вам мой выбор сегодня? По-моему, я такого звука не слышала никогда, честно. И сегодня мне помогают моя команда запечатлить этот момент. Так, вместе. Давай. Нет, нет, вот так, вот сюда, вот сюда. А это уже не слышно. Виктор Данилов, давай. Надо. Вот. Всем, народ, привет. И у тебя тоже есть перископ, правда? Да, у меня есть перископ. Welcome to my перископ. Илья Гараев меня зовут. Илья Гараев. И у тебя перископ, да. Я добавлю Илью, да, и у него очень хорошее видео. Ребята, в Дубай приезжают. Он же в Дубае живет, а я здесь гость. Так что мы сейчас, у нас проходит фотошут. Да, мы сегодня... Алькастер, мы сегодня отель, Дубай. Снимаем. Я прокатилась и обалдела от этого звучка. Так что... Эта машина меня пленила. Это потрясающе. Видео будет в моем блоге. Тест-драйв. И могу сказать, что... Да, теперь я понимаю мужчин. Потом даже кто-то посвистывает, смотрите. Ладно, мы будем работать. Вы можете пока понаблюдать. Ты снимаешь нас? Да. Давай, будем сейчас проходить. Видишь, уехали, я же тебе говорю, что они уехали. Да потому что им сказали уехать отсюда. А, да? Я сказал, либо там, парк, да? Окей, давай. Платье узнаете? Вместе его мерили, правда? Да. Еще раз пройдемся? Давай еще раз. Ну, все отлично. Да? Все, идем. Хорошо. Все, теперь твоя витинка партия? Да. Теперь моя. Вроде. А мы с машиной или без? Я думал, что без. Давай поедем на автотрошку, чтобы уменьшить было. А так с этой стороны? Давай. Подожди, а мне здесь? Ну что, да, мы пойдем в ту сторону. Давай тогда вот сюда. Тут как раз начало начинается. Только больше хотят. Вот так. Давай, все. Да? Да, готов. От влажности очень быстро опадают. Да? Все, готово. Да. Красота, страшная сила. Оксана, сними красивую. Да, с расстегнутой молнией. Блин. Застегнем. Ничего, она расстегнулась. Видимо, оно мне далеко. Но очень большое просто. Да. Машинку покажем лучше. Есть что поделать. Давай тогда еще пофоткаемся, ведь не с машины. Все, выключай. Так, все, я пошел. Прощайся. Машинка чья? Ну, машинка пока арендована. Тот, кто за нее платит, тот ее может поиметь. Ладно, я пошла дальше. Мы будем с Виктором снимать еще платье, поэтому... С вами прощаюсь, чуть позже еще выйду на связь. Люблю.